Секрет анимация! Секрет анимации! Где? Секрет анимации! Где? Секрет анимации на Керамик Голд? Чувак, новая секрет анимации на ВМТХ! Я в шоке! На ВМТ Шикантер новая анимация! Быстрее! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и если вы не знали, то почти на каждое оружие добавили новую анимацию. Но помимо новой анимации, добавили новую анимацию даже на ножи. Это просто нечто нереальное, поэтому, ребята, прямо в эту секунду прожмите огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! На GG Стендов вышло летнее обновление, добавили новые кейсики, а также бесплатные подарки, давайте их прямо сейчас заберем. Просто пополняешь баланс и забираешь подарки. Также добавили второй шанс. Что же это такое? С определенным шансом можно повторно открыть кейс и выбить более дорогой дроп. Не забываем про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду мы получаем еще один бесплатный барабан. Также по моему промокоду ты получаешь еще один очень огромный бонус при пополнении. Все нужные промокоды и ссылки ты найдешь в описании. Ну а также, ребятки, сегодня я не один, со мной... Тик-так, ребятки, всем огромный привет! Так, ну что ж, тик-так, давай показывай, какие же секретные анимации ты знаешь. Я хотел бы начать, что я знаю секретную анимацию на обычный нож. Да, если не в курсе, ее поменяли. Так, тик-так. А где ты находишься? А вот я сзади, 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 сзади. Иди сюда, дорогой. Так, я тут. Да, стой, ты вперед пошел, говорю, сзади. Так, ну что, смотри, короче, если ты не знал, посмотри-ка, я смотрю этот нож, да, пока что все как обычно. А теперь, опа, пошел контент, пошло жара, посмотри на эту анимацию. Дальше анимация удара, то есть одна анимация, я вот так рукой в бок. Ой, блин, аккуратно. Вторая анимация просто по прямой. А ну, теперь ты сделай осмотр ножа. Слушай, блин, братан, у тебя такое ощущение, что у тебя проблемы с рукой. Она... Шутя с рукой, брат! Так, ну что ж, Диктакимус, давай-ка еще раз. А ну-ка, осмотри этот нож. Подожди, я хочу детали посмотреть. Итак, осматриваю. Так, так, так. Ой-ой-ой, нифига себе, сказал я себе. Ну, слушай, кстати. Ну, прикольная анимация, но я не понимаю, что твоя вторая рука делает. Ну просто, ты видишь у меня, смотри, посмотри на мою вторую руку. Что она делает-то нахрен? Такое ощущение, что яйца подбирает. Она говорит, дай голды. Не, реально, я не понимаю, что вторая рука делает, господа. Посмотрите на руку Тик-Така. Алло, алло, родай, как будто Тик-Так попросил ничего мелочь. Подайте, да, подайте голды на пропитание. Так, а теперь давай анимацию удара. Только давай не по мне, по этой скале, ее не жалко. Так, ну сейчас смотрим. Нифига себе, Тик-Так, ну тебе вот не жалко скалу? За что так жестоко с ней? Уже, чувак, я уже 20 камней добыл. Это Майнкрафт Стендов 2! Ой, сорян. Почка! Так, ну что же. Теперь давайте проверять новую анимацию на USP. Говорят, ее тоже поменяли, давай-ка мы это проверим. То есть вначале делаем осмотр, потом ждем, чтобы наш пистолетик провернулся. И после этого должна выйти секретная анимация. А ты скажи мне, как тебе скин на USP такой мой? Слушай, так у меня такой же самый скин, это USP Хамелеон. Я скажу честно, под мои перчатки, как же идеально он подходит, ты даже не представляешь. Ребятки, напишите ваше мнение по поводу USP Хамелеона, потому что, как по мне, он очень крутой. Также AWM Boom тоже классная. Minutes later. Рано или поздно мы эту анимацию добьем. Ты веришь в это? Скажи мне. У меня уже нет. Ты веришь в это? Ты веришь? Сейчас все будет начинать. Всегда говори да. Кстати, да, ребятки, если вы хотите, чтобы мы сняли рубрику «Всегда говори да», то давайте хэштег «Всегда говори да», и мы заставим Тик-Так продать его там все дорогие скины, потому что что-то Тик-Так сильно богатый и сильно понтовитый какой-то, да? Слушай, а у тебя там, по-моему, 1070 голды, мне кажется, я бы не против. Нифига себе, как так точно узнал? Так, давай смотрим, бардан, не расслабляемся, за что тебе плачу. Так куда ты кидаешь? Давай, оп. Блин, ну это... вышло! О! Охренеть. Ты видел? Смотри. Очуметь! Охренеть! Да, слушай, блин, нифига себе, это круто. К сожалению, ребятки, второй раз от моего лица не вышло повторить эту анимацию, но прямо сейчас мы покупаем М60. Это, ребята, новые пушечки. И прямо сейчас мы покажем крутую анимацию на этот чувак, у меня обалденный ствол. 100 голды не хватает на М60. Я купил. Посмотри, как я медленно бегу. Посмотри, я вообще еле хожу. Раз, два, три. Нифига себе, нет, слушай, нифига себе ты Усейн Болт. Так, ну что, давай, смотрим анимацию. Так, вот такая вот анимация, смотри, я беру в две руки, говорю, братуха, писюнтюха, посмотри. Ничего, ух ты, блин, нифига себе.
Слушай, прикольная анимация, я даже не знал, ничего себе, мне еще этот скин очень нравится. Как будто у них пар такой, знаешь, под преподносит. А ну, братан, давай ты теперь сделай анимацию, мы посмотрим от твоего лица. А ну-ка. Смотри, чисто как будто дарю тебе. Давай. Это мой себе подарок. Ха-ха, нифига себе, слушай, прикольная анимация, я даже не ожидал. Теперь мы проверяем новую эмку с глушителем. Ты готов ее купить? Конечно, братик. Давай, бери. Ребята, я скажу честно, я думал, что новая МК с глушителем это имба. Но я с ней немножко поиграл. Чувак, у нее урон как у EMP. Урон как у EMP. Блин, ребята, ну это просто беспредел. Хэштег разработчики что-то сделайте. Почему нельзя сделать урон как у обычной МК? Что за бред? Так, все, я тебя жду возле наших камней. Так, давай, показываем анимацию осмотра. Так, ну вот такая вот анимация осмотра, да, сам обычно. Так, пока что никакой секрет анимации не вижу. Слушай, ну эта анимация гораздо круче, чем на обычной М-ке. Теперь давай анимацию перезарядки проверим. Что это? Что это? Клянусь, по-моему, была а ну-ка, анимация. Подожди, давай, проверим. Нифига себе. Блин, показалось. Не, ну слушай, ну анимация, согласись, одна из лучших. Очень крутая анимация. Анимация перезарядки тоже пушечная. Не, ну ребят, ну за это лайк сходу, посмотрите, и так держит свою эмочку, говорит, Кенто, посмотри, какой крутой. Блин, у меня тоже есть такая эмочка, если что, потом ты там давай, сильно не понтуйся, у меня тоже выпало с кейсика при том. Также, ребятки, мне сказали то, что есть новая анимация на Керамбит Голд. И прямо сейчас я возьму G-команда. Тик-так, Керамбит Голд, и мы будем проверять новые анимации, потому что ребята все говорят, что их поменяли, и прямо сейчас вы знаете всю правду. 5 minutes later. Ну а прямо сейчас, ребятки, я вам покажу новую анимацию на G-команда. Если вы не знали, то да, на этот замечательный прекрасный нож. Помимо того, что есть секретная анимация, добавили еще одну обычную новую анимацию. Это просто охренеть можно. Ну что же, прямо сейчас я вам показываю, смотрите, анимация, я бью как обычно, да? А теперь я сейчас буду бить со второй стороны. Вот, только что вот такая вот анимация раньше не было. Это прям очень-очень круто. И разработчики большие молодцы. То, что добавили еще вторую анимацию на G-команда. Это очень круто. Также прямо сейчас я покажу секретную анимацию. Мы проверим, не убрали ли ее случайно. Потому что, братан, если убрали секретную анимацию на G-команда, ну я не знаю, я эту нож продаю, потому что зачем мне без секретной анимации-то? Ребята, шанс уменьшили на анимацию. Раньше она была гораздо чаще. Сейчас ее словить прям очень-очень тяжело, и она реально очень-очень редкая. Так, я пытаюсь ее споймать, у меня просто никак не получается, не знаю, почему так сложно. Обалдеть, вот это да! Так, а ну-ка. Ну, пожалуйста, ну выйди ты хоть когда-то. Секретная анимация на G-команда. Чувак, а кто это к нам зашел, ты видишь? Чувак, кто это? Вот этот тип, кто это? Кто это? Ты его не видишь? Где нет? Нас двое, наблюдателей ноль. Ну? Кто это? Тут какой-то тип. Отвечай, тут тип стоит просто, я не знаю. Нету никого, ты гонишь? Я в шоке. Чувак, это я! Охренеть. Ребята, я просто в шоке. Нас двое. Чувак, я тебе отвечаю. Тут какой-то тип зашел. А я его прохожу? Да, он прозрачный. Тут моделька персонажа. Обалдеть, не встать. Я не понимаю, нас двое, наблюдателей ноль. Кто это такое, ребята? Это разработчик или что? Зашел нас порофлить. Так, ну что, мы делаем секретную анимацию на G-команду. Я скажу так, это будет очень непросто. Вон, сзади там, сзади тоже кто-то, сзади. Где? Чувак, секретная анимация! Секретная анимация! Где? Секретная анимация на Керамбит Голд? Охренеть. Реально? Я пошутил. Ну, чувак. Да, смотри, вышло. Оу, есть, секретная анимация. Это так же мы вертим противников на пальцы, как G-команда. Блин, так, попробуй запрыгни и ударь по этому окну. Давай. Звук такой прикольный. Я провалился, иди сюда. Подожди, нам что, портал? А ну-ка, в упор зайди. Упор. Чувак, тише, охренеть. Чувак, я карту вижу. Да ну нахрен, я карту вижу, отвечай, чувак. А ну подпрыгни. Чем мы сейчас портал найдем. Подпрыгай. А ну-ка. Блин, я почти залезаю, чувак, я отвечаю, всю карту вижу. Так, ребята, ну а сейчас будет, наверное, одна из самых интересных анимаций, потому что это будет анимация на AWM Treasure Hunter. Я вам скажу так, никакой другой ютубер помимо меня не может проверить эту анимацию. А, ну еще и Пушкаря. Потому что AWM Treasure Hunter стоит 300 тысяч голды, и никого, кроме меня и Пушкаря, нету AWM TH. Ну что же, прямо сейчас я попытаюсь сделать какую-либо секретную анимацию. У TikTok AWM Boom тоже очень такой неплохой. Давай посмотрим, ну а вдруг что-то выйдет. Ну мало ли, прикинь, что, конечно, секретная анимация, что я там, не знаю, AWM Treasure Hunter выкину в воздух на 100 метров. Ну а мало ли. Так, ну что же, ребятки, осматриваем. И что же я вижу?
а я вижу то, что... Не, ну слушай, на АВМ-ка жизнь так анимация как была, так и осталась. Чувак, новая секрет анимации на ВМТХ, я в шоке, на ВМТРШХАНТР новая анимация. Быстрее! Где? Я пошутил. Где? 1-1. Ты гонишь? 1-1. Ах ты шляпа, иди сюда, зарежу! Пацаны, еще время монтажа, я вспомнил то, что я якобы не показал секрет анимации на Ноштанте. Давайте прямо сейчас это посмотрим, потому что, ребята, анимация тоже очень крутая и однозначно заслужит вашего лайка, потому что, ну, анимация, ну, просто пушка, ну, посмотрите, да? Правда, нож сам по себе, ну, мягко говоря, кусок говна, ой, я этого не говорил, но анимация реально крутая и с вас однозначно лайк, подписка. Ну что же, дамы и господа, вот мы вам и показали все секретные анимации. С вами был Кент ПК, также был Тик-Так и также был какой-то третий невидимый. Видимый тип, который не поймет, что тут делал, потому что мы его даже не приглашали, и он тут уже стоит 5 раунд подряд. Ну что же, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха и... Тик-так, всем пока! Пока!